Тобольске выявлено 3 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Результаты появились на руках у врачей 6 мая. Уже определены лица, которые контактировали с новыми заболевшими. Их 11 человек. Всем выдано предписание для прохождения двукратного теста на коронавирус и постановление о соблюдении режима самоизоляции. Заболевшие же находятся в моноинфекционном госпитале. В областной больнице номер 3 города Тобольска в моноинфекционном госпитале на лечении в настоящее время находится 50 человек, заболевших новой коронавирусной инфекцией. Это 3 тоболяка, 1 житель Ярковского района, 6 из Вагайского района и 40 из Увакского района. Из них большинство мужчины, это 43 человека и 7 женщин. Возраст разнообразен, от 31 до 68 лет. Надо отметить, что состояние пациентов стабильное, участие пациентов средней степени тяжести, у остальных удовлетворительное состояние. Температура в норме, жалоб не предъявляют. По всей видимости, как хотелось бы отметить, заражение произошло из-за контакта с носителем новой коронавирусной инфекции при несоблюдении в полном объеме мер профилактики. Поэтому для безопасности своего здоровья необходимо соблюдать режим самоизоляции.